Всем привет! Пришла за своим заказиком очередным на пункт выдачи, а менеджер пункта выдачи отсутствует. Но и поскольку я не люблю попусту тратить время, решила его использовать максимально эффективно. Впрочем, так же, как и всегда поступаю, потому что ценю и свое время, и время окружающих. И, соответственно, решила записать вот это короткое видео. И когда сегодня шла на пункт выдачи, вот что-то в голову мне пришла такая идея. Мне подумалось, что, смотрите, ведь на самом деле на рынке, в сетевом бизнесе существует достаточно большое количество замечательных, классных компаний, которые уже не первый год в этом бизнесе и даже не один десяток лет в этом бизнесе, который уже устаканился. Это надежная, классная компания, в которых качественные продукты, я имею в виду, конечно же, компании с физическим продуктом, в которых классный маркетинг-план, позволяющий зарабатывать лидерам этих компаний хорошие деньги и выйти на остаточный доход. Конечно, есть определенные там плюсы и минусы, ну, какие-то такие незначительные, минимальные в маркетинге, может быть, там продуктовые какие-то плюсы и минусы, но в целом все компании достойные, все компании производят качественные продукты и все компании имеют хорошие, достойные маркетинг-планы. Но есть два основных момента, которые выделяют компанию Faberlic в линейке всех этих компаний и делают ее, причем выделяют ее очень выгодно и делают ее, скажем так, особенной. И какие же эти два момента? Первый момент – это широкий ассортимент продукции, качественной продукции. И посмотрите, у нас 17 линеек продукции по 4 основным направлениям. Это косметика, парфюмерия, это дом, это одежда и здоровье. Более 4000 наименований. Ни в одной компании нет такого широкого ассортимента, практически, ну, по всем направлениям. По сути, заходя в каталог компании Faberlic, вы попадаете в огромный гипермаркет, где вы можете купить абсолютно любые товары, те же, которые вы купили бы, зайдя в гипермаркет обычный. Это первая особенность. И вторая особенность – это то, что эта продукция, она действительно доступна для большинства населения, и причем она выпускается для различных слоев населения. То есть себе позволить какие-то товары Faberlic могут как люди эконом-класса, так и люди среднего класса, так люди и премиум-класса. Соответственно, почему это выгодно и почему это хорошо? Поскольку у нас продуктовая компания, и все выплаты в сетевом бизнесе идут от товарооборота, а нам этот товарооборот необходимо организовать, то, соответственно, чем проще нам будет организовать этот товарооборот, тем легче и быстрее будет развиваться бизнес, тем больше будут наши чеки. И чем качественнее и чем разнообразнее будет ассортимент продукции, тем, соответственно, легче будет организовывать этот товарооборот. И смотрите еще такой момент. Маленький кирпичик сетевого бизнеса – это личный товарооборот. Это тот объем под организации собственного товарооборота каждого партнера. И вот этот минимальный кирпичик, из которого складываются большие, огромные товарообороты, с большим широким ассортиментом продукции сделать гораздо легче и проще, нежели с узкоспециализированными какими-то товарами. И второй момент. Доступность этой продукции. Почему это хорошо? Причем доступность для разных слоев населения. Значит, практически все люди на этой планете, с каким бы достатком они ни были, они могут прийти в магазин компании Faberlic и приобрести для себя то, что им необходимо в соответствии со своими финансами. Это очень здорово, очень классно, очень просто приглашать людей в наш бизнес, неважно, будь то потребители, будь то наши партнеры, то есть в разы легче организовывать товарооборот. Вот почему я считаю две этих особенности, которые выделяют очень выгодно компанию Faberlic на рынке сетевого бизнеса,
являются очень важными и которые действительно позволяют строить бизнес легко, с удовольствием и зарабатывать отличные деньги. На этом, пожалуй, все. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся с вами в следующих видео. А я побежала за заказиком.